Салфорд университет, Манчестер. Это вот центральный вход. Или центральный корпус, где вся администрация. Она находится на одной из центральных улиц. В 10 минутах пешком от центра Манчестера. Это, так, добро пожаловать, зона, так переводится. Сюда все студенты приезжают первый раз, когда в университет. Вот это общежитие, где они будут жить. Это зона, где их встречают. Один из крупнейших университетов в Манчестере. Порядка 20 тысяч учащихся или студентов. Вот, без стафа. Это так называемое одно из общежитий университета. Они вот стоят по кругу здесь. Вот одно, это второе. Вот. Все комнаты отдельные. Вот единственная кухня общая. И душ и туалеты раздельные. Общие на 12 человек. Один дом, 12 человек живут. Но каждый живет в отдельной комнате. Так выглядит это. Зона прибытия, вот так скажем. Сюда приезжают все студенты, получают ключи. Их ознакомливают с правилами, ознакомливают со всеми увеселительными заведениями, которые тут присутствуют. Вот это вот у нас Том сидит, который выдает ключи. Это один из встречающих, который провожает их домой, в их новую комнату. Значит, здесь что у нас? Ну, всякие рефлеты, которые им необходимы для только что прибывших. Ну, кофе, чай бесплатно. Значит, утром завтрак бесплатно до, по-моему, 11 часов. Сейчас уже поздно, завтрака уже нет. Ну, на завтрак есть просто бутерброды с сыром и джемом. Там медицинская комната, где они могут, это, ну, как за уголок, где они могут взвеситься. Там их принимают взвесить рост, вес, давление. Там, если что, после прибытия какие-то проблемы со здоровьем, можно сразу с медсестрой обговорить. Так они развлекаются здесь, когда их встречают. И там на экране танцуют. А они должны повторять все. Ну-ка, сейчас посмотрим. Так. Покажу, как это получается. Вот полная комната почти всех прибывших студентов, которые здесь знакомятся, получают информацию и начинают учиться. Учеба начнется только в понедельник. Тоже общежитие студентов для Салфорд университета в Манчестере.
Вот такие блоки трехэтажные. Сейчас мы зайдем в один из них. Внутри общежития одно из. Здесь 6 комнат. И кухня для 6 студентов. Здесь они кушают, готовят еду, микроволновка, плита, 2 мойки, 2 холодильника. Вот так они живут. Это отдельный блок. Это 2 душа. Волосы сушить, фен такой настенный. Душ электрический. 2 кабинки. Это туалет. Тоже 2 кабинки. И рукомойник. Опять тут поле отдыха, тут студенты отдыхают в перерывах, когда хорошая погода. Так, вот вы видите, это здание библиотеки, внутри кафе Нео. Практически каждый корпус имеет свое кафе. Вот это студенческий паркинг для велосипедов. Студенты на велосипедах передвигаются очень много. Заходят, паркуют велосипед.